Сьогодні відбудеться презентація вже дизайну самого терміналу, яку проведе представник нашого приватного інвестора групи DCH, а саме вже обраного проєктанта. В основі цього предложення лежить технологічна цепочка, яку ми протестували в течение 10 років в Харкові. Но розробки архітектурні, проєктні – це вже ноу-хау і робота проєктної організації. Презентацію ми спеціально просим, чтобы проектная группа и группа, которая проектирует терминал, и группа, которая проектирует полосу, чтобы они с определенной периодичностью, как минимум раз в месяц, информировали и руководство области, и общественность о том, как идут работы. Самый главный вопрос, который сегодня уже сейчас на повестке дня, это сроки. То, что мы все обеспечили. Мы обеспечили деньги, мы обеспечили тендерные процедуры. На сегодняшний день нет никакой задержки со стороны государства. Параллельно делаем еще земельные вопросы. Поэтому сейчас мы с вами услышали, что проектные работы планируется окончить где-то в середине лета, к концу лета. У нас такое решение, что мы будем поддавливать, чтобы это было как можно быстрее, потому что мы хотим, чтобы летом работы уже начались. Еще там, да,